Всем привет! А вы уверены в своих друзьях? Потому что порой мы так озабочены какими-то проблемами и так доверчивы к окружающим, что даже не замечаем, что возле нас есть фальшивые люди. Давайте сегодня поговорим про то, какие же признаки выдают фальшивых друзей. Признак первый – они любят говорить только о себе. Ваши друзья так любят говорить о себе, это им доставляет просто какое-то удовольствие. А как дела обстоят у вас, их вообще это не интересует. В крайнем случае они могут спросить об этом в самом конце своего монолога. Признак второй – они ничего не делают для ваших отношений. Да, в любых отношениях, будь то отношения с партнером или с другом, нужно что-то делать, прилагать усилия для их развития. Если у вас есть фальшивый друг, то он будет возлагать на вас всю работу, примерно процентов 80, а сам будет неохотно что-то делать. Признак третий – их забота похожа на сделку. Они могут вам помочь, но только в том случае, если точно будут знать, что вы придете им на помощь. Просто так от них можно даже не ждать добра, они будут ожидать что-то всегда взамен. Признак четвертый – они поднимают свою самооценку за счет вас. А знаете, как это проявляется? Фальшивые друзья знают, что вы желаете им добра, поэтому когда им плохо, когда у них случаются неудачи, они в первую очередь бегут к вам. Вы их жалеете, приободряете, и вот так они поднимают свою самооценку за счет вас. Общение с вами дарит им уверенность в себе и в своих силах. Пятый признак – они никогда вас не поддержат, но любят жаловаться на свои проблемы. Они никогда не подставят вам свое плечо. Более того, они будут даже рады вашим падениям. А вот приходить со своими неудачами к вам – это всегда пожалуйста. Это как раз про них. Шестой признак – они не будут жертвовать собой ради вас. Конечно, тут речь идет не о реальном пожертвовании, а о психологической помощи и о трате на вас своего времени. Признак седьмой – они превращаются в добрых, хороших, внимательных, только в том случае, если им нужно что-то от вас. Они могут пропадать по несколько дней, а потом звониться словами «Можешь мне помочь? Могу ли я рассчитывать на тебя?» и все в таком роде. А вы, конечно же, поможете, не так ли? Восьмой признак – из-за них вам постоянно приходится менять свои планы. Причем вы делаете это по своей собственной воле. И вот потом вы уже чувствуете себя пешкой в какой-то игре. Вы переносите встречи, жертвуете личным отдыхом, пропускаете интересные мероприятия. И все ради ваших фальшивых друзей. Признак девятый – они неблагодарны. Вы помогаете им от чистого сердца, но вы ни разу не слышали от них просто спасибо. Потому что все то, что вы делаете, фальшивые друзья воспринимают как данность. Признак десятый – они вынуждают вас оказывать им скорую помощь. Вам знакома такая ситуация? Звонок среди ночи, срочно нужна помощь, и вы мчитесь в другой конец города, бросая все ради друга. А что, это просто идеальный формат общения, вас используют как хотят. Признак одиннадцатый – они обижаются, когда вы им отказываете. Понятно, что вы не можете полностью перестраивать свою жизнь под друзей, потому что есть дела, которые нужно решать безотлагательно. Но когда вы только говорите своим фальшивым друзьям «нет», как только вы им отказываете, так сразу же узнаете очень многого о себе, и все ваши знакомые всегда про это знают. Признак 12 – они просят помощи, но если вы отказываете, они исчезают. Конечно, а зачем им человек, от которого ничего нельзя получить? Признак 13 – ваша дружба зависит только от вас. Вы должны принимать их мнение, прогибаться под них, быть удобным, тогда между вами будет так называемая дружба. Признак 14 – общение с ними вас истощает. Вы начинаете понимать, что уже давно не чувствовали себя рядом с этими людьми хорошо и свободно. Вы постоянно находитесь в каком-то напряжении. Признак 15 – вы задаете себе вопрос, когда же ваши отношения стали такими плохими? Ответ таков, что и раньше ваши отношения не были хорошими, просто вы этого не видели. Не обращали на это должного внимания, да и фальшивые друзья поначалу осторожничали, а сейчас уже стали наглее. Вы увидели их истинное лицо.